Дети читают стихи для labyrinth.ru. Читают Ксюша Егорова, 4 года, стихотворение «Веснушки», автор Орлов. Походила весна по опушке, вкус весенний, синие сны. И тихонько светились веснушки на лице у девчонки весны. Шла девчонка в зеленой юбчонке, голубою лосою змея. И завидую рыжей девчонке, незаметно вздохнула земля. И не зря этот вечер там, где легкие мухи пошли, отцвели одуванчики, будто золотые веснушки земли.